Социальный проект «Валдай. Наш шанс» ученицы 3-го Д-класса тронул до глубины души всех зрителей. Полина Кофман рассказала гимназистам, кто такие особенные дети и как сделать так, чтобы их жизнь среди нас была максимально комфортной. Это мой проект, и моя мама и я решили его сделать, потому что мы были на Валдае в лагере. Там были особенные детки. Вот я и захотела сделать свой проект об особенных детях. Одноклассники присоединились к проекту и выступили на сцене в поддержку детей с особенностями развития здоровья. Чтоб ни боя и ни землетрясений, ни цунами страшных никогда, сбереги Господь от потрясений всех людей отныне и всегда. Всех этих ребят объединяет одно огромное желание жить, несмотря ни на что. Некоторые понимают, что никогда не смогут встать с инвалидного кресла, но борются до конца. Улыбки на лицах этих детей – огромное счастье для взрослых. Это их общая победа над недугом. Заниматься этой темой важно, потому что некоторые люди не хотят другим помогать. А этот проект рассказывает о том, что нужно помогать всем людям. Я думаю, что нужно помогать им во всем, никогда над ними не посмеиваться и относиться к ним хорошо. После эмоционального выступления на сцену поднялся отец Артемий Владимиров, старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России. Он подчеркнул важность этого дня и то, что современные дети неравнодушны к проблемам общества. Они полноценные участники всего процесса. Их слова и призыв заслуживают особого внимания. Жить, просто жить, радоваться каждому дню – это главная цель для особенных детей. И в наших силах сделать эту жизнь яркой и интересной. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».